Повод гордиться нашими спортсменами. Губкинские волейболисты в тяжелой борьбе завоевали бронзу на вторых международных спортивных играх «Дети Азии». В полуфинале они обыграли сборную Сибирского федерального округа со счетом 2-0. Сборную Уральского федерального округа представляли воспитанники спортшколы «Арктика» Георгий Склюев, Никита Бурячок, Макар Кривицкий и Артем Оськин. Их тренирует Виктор Кривицкий. Добавим, спортсмены приняли участие в турнире в дисциплине «Волейбол на снегу». Этот вид спорта набирает популярность в нашем городе. Для тренировок оборудована специальная площадка в школьном сквере в 9-м микрорайоне.